Всем привет! Я сейчас быстренько в темпе вальса вам кое-что обозрю. Наверное, надо было взять ножик. В общем, мне сегодня пришло послание с сайта CookPaid. У меня вообще он в браузерном, точнее не браузерном, в приложеньке на моем ведроиде на телефоне. И там проходил конкурс. Меня вообще выцепили как-то на какой-то... Мой телефон внезапно сделал красивые кадры еды. И мне написал человек коммент, что типа надо бы рецепт. Я так офигела, но написала рецепт. Мне написали в личку и предложили публиковать рецепты на одном сайте. Ну и как бы... Видимо, так я уже это и открою. Как бы предложили, я стала публиковать. Ну, написали, что это бесплатно, то все. Ну и действительно бесплатно. И значит, стала я публиковать, и мне там периодически писали, что если раз в неделю публиковать, то будет какая-то грамота. Типа сначала будет стикер именной. Значит, дали мне этот стикер через 2 недели, потом, значит, какая-то грамота через 5, что ли, недель, раз в неделю публиковать минимум один рецепт. А потом случился у них марафон. Но так как я как-то во всю эту фигню не особо верила, но что-то я думаю, что бы не попробовать. И там 21 день надо было каждый день писать с хештегом марафон. Вплоть, как мне объяснили, от приготовила я такое-то какао или чай, заварила так-то до какого-то офигительного блюда. Ну, я как бы офигительные блюда редко готовлю. И вообще многие считают, что я не умею готовить. Ну и, в общем, как-то... Я решила, думаю, что бы не поучаствовать. В призах было, в общем, этот супер какой-то стикер, который я, конечно, прослопочила совсем недавно в Инстаграм выложила с хэштегом CookPaid. Паласочка такая, ру. Потом, значит, какой-то поп-сакет, вообще не представляю, что это за хреновина. И сумочка. А еще, если там вот дойдешь все эти 21 день, в общем, чтобы получить сумочку, надо было 15 дней постить рецептики. А если хочешь поучаствовать в розыгрыше фартучек, в принципе, у меня есть. И я даже не особо верила, что какой-то фартучек получу, потому что мне особо не везет в этих методом тыка, вы что-то выиграли. Конечно, методом тыка я ничего не выиграла, то бишь фартучек, но зато я все-таки получила сумочку, которую я все-таки хотела. Не то чтобы у меня нет сумочек, но думаю, а что бы нет, сумочка прикольная, с логотипом CookPaid. И, в общем, тут у меня... CookPaid. Публиковали рецепт на этой неделе. Делайте это каждую неделю. Радуйте подписчиков и нас. Любой повседневный рецепт найдет своего поклонника. Вот такая вот штучка у меня. Напоминалочка. Я сегодня аж 3, по-моему, рецепта запостила. Похвастайтесь фотографией приза и впечатлениями в социальных сетях. Упомяните наш хэштег. Этот DS CookPaid, вот эта полосочка ру. Нам будет приятно почитать. Я им пообещала обзор. Вот я обзор обозреваю. И вот тут внезапно вот такой вот этот, как его знают, звать-то, попсакет. Я вообще сначала думала, ну он пришлется мне, я его подарю одной своей подружке. А потом я внезапно стала общаться с еще одной своей подружкой, и что-то и так, она меня спросила, что такое, что за призы, я говорю, вот такая-то фигня, я говорю, хочешь такую штуку? Ну, в общем, я не знаю, хочет она или нет, я просто не знаю вообще, для чего она, как ее, ну, что ее крепят к телефону. Почему я говорю быстро, мне просто надо... немножко в другую часть этого района, хоть он и небольшой, быть. Так, как она? Я не знаю, как она. Может, вот эта фигня отклеивается и присобачивается сюда? Мне казалось, что она похожа на катушку. Лучше я пока ее не буду трогать, а посмотрю в интернете, как ей пользоваться. В общем, вот такая фигня. Называется фигня попсакет. На ней есть надпись, вот этот значок CookPaid и сам CookPaid. Ну и то, что я хотела больше всего, я даже не знала, что она настолько большая. Леновая сумочка. Наверное, надо, в общем, вот это вот ручки у нас. Вот это у нас ручки. Они даже у меня не влезают, я тут сижу на расстоянии вытянутой руки от камеры, от штатива. И вот такая вот сумочка. Замечательная сумочка. С CookPaid. Наверное, я сейчас с ней пойду до своих родственников. В общем, если вам интересно вот этот вот постить, если вы любите готовить, вам интересно постить рецептики, или вам тупо хочется, чтобы у вас что-то было под рукой, вот сделали какой-нибудь супчик. Своя ли его так понравилось, эксперимента ради. А тут рецепт записали, даже запостили.
Ну, у вас, возможно, там кто-то подпишется, лайк поставит. Еще можно найти какие-то интересные рецепты. Там есть экран активности или что-то такое, где вот вас лайкают, и видно, кто лайкнул или кто посмотрел, и тут же видно, что у человека последнее было выложено. В общем, интересная на самом деле вещь, меня как-то затянуло, особенно этот марафон, он как-то местами, не знаю, контролирует, не контролирует, организует, о, тадаист меня обычно организует, ну, спинка Никитоса. Но что-то последние вот 3 дня я всё тарт откладываю и откладываю. Ну, это не о тарт ролик. Короче, если вам нравится готовить, если вы считаете себя поваром или просто любите какую-нибудь фигню готовить, или даже если вы не считаете себя поваром, регитесь на Купере. Я вас даже зафрендзю. Ну, в смысле, взаимно подпишусь на вас. Всем спасибо. Да, и участвуйте. Там много всяких конкурсов. Правда, если вы как я и вам не везет конкурсах методом тыка, но просто весело поучаствовать. Всем спасибо и всем пока. И спасибо Купеду за возможность такую вот получить такую сумочку, такой замечательный марафон и вообще вот за организацию, то, что вы нас пинаете в личные сообщения иногда по 2-3 раза за день, чтобы чего-то там не забыть или наоборот оповестить о каком-то новом конкурсе. Всем пока!